Граф Орлов обосновался здесь, построил два конных завода, и они существуют до сих пор. В 1780 году образуется наш конный завод. Конюшни были построены графом Орловым. У русаков это как бы неестественный, искусственный аллюр. И этому нужно больше контроль уделять, больше там, внимания, чтобы она не сбивалась, чтобы она ровно бежала, правильно ноги ставила. Отлично. Отлично. Ага. Она горбоносая, именно орловская кобыла, серая, большая. Она больше такая старотипная упряжная лошадь.